Всем привет, друзья, с вами Фриза. Продолжаем рафт. В прошлой серии мы бегали по острову, включали антенны, чтобы получить новые координаты. Встретили дом, искали бесполезную лампочку. И сейчас мы должны отправиться на новую... На новый остров, наверное, да? Или что там будет? Да, это будет новый остров, я вам скажу. Так, давай продолжим наше чтение. Ага, это мы читали. Вот это мы читали. Расписание. Угу. Июль, сентябрь, сентябрь, декабрь, декабрь, февраль, февраль, май. Первая запись. Оставляю тебе запасную лодку. Прости меня, Бруно. Они там совсем одни. Альберте. Вторая запись. Альберте сегодня не удалось выйти с кем-то на связь. Должно быть военно-морской флот. Какой-то иностранный. Я спросил их о тебе, но кажется, они не принимали сигналов с тех пор, как... Номер шестой ушел под воду. Оставил им сообщение на всякий случай. Не может же быть... Все так плохо. Бруно, конец связи. Третья запись. Альберто, я нашел твой гаечный ключ на поляне. Ты специально его там оставила? Это игра такая? Понимаю, у меня подпортился характер. И в том местечке... И в этом местечке. Но ты ведешь себя жестоко. Если ты меня слышишь, пожалуйста, поговори со мной. Так. Отец давно уже все решил. Он хочет заполучить еще один. И я отправлюсь с ним. Кто это? Майк? Или кто там? Так, ладно. Четвертая запись. Номер третий пропал. Но я в порядке. Я не злюсь, Альберто. Ты все время говоришь, что я злюсь. А я не злюсь. То есть, когда он это писал, он говорит, каждое слово выделил жирным. Злюсь, злюсь. То есть, когда писал, он злился. Я просто устал. Ты прячешься от меня, Альберто. Но я знаю, что ты где-то здесь. Рано или поздно вода заставит тебя показаться. Генри считает, что я должен так говорить. Я чувствую себя занудным старым пердуном. Но ты меня бросила здесь. И уж извини, такие у нас сейчас дела. Пятая запись. Так как было... как там было в... Воннегута. Что-то о том, что людей не хватает. Ты мне твердишь, что я должен уйти, Альберто, и я сама... А сама людей не хватает. Даже не знаю, ты ли это. Помнишь, как мальчишки нас разыгрывали дома, в центре? Лицо одно, чека два, ха-ха-ха. Но может, они что-то знали, Альберто? Шестая запись. На днях Миранда закатила скандал. Сказала, что Генри ее уже достал. Эрол любит ее подразнить. А я-то знаю, какой она может быть. Она способна вообще на все. Боже правый, эта женщина меня пугает. Бобби предлагает говорить с ней об этом, но сам не торопится этого делать. Так и толку от него. Альберто, я нашел твою страховку, и она в плачевном состоянии. Я за тебя волнуюсь. Кому нужна эта страховка, если мир уже затоплен? Какая нафиг страховка? Кто ей выплатит, если с ней что-то случится? Так, с Рождеством из ниоткуда Б и А Корея. Серьезно, блин, их же можно... Я вот сейчас по фотке вспомнил, что их можно притягивать. Ой. Ладно. Седьмая запись. Эрл пропал. Миранда делает вид, что ничего не произошло. Но мы-то не дураки, совсем не дураки. Только вот Бобби все больше молчит. Генри тоже предпочитает не поднимать эту тему, но я вижу, что он волнуется. Тройняшки думают, что я спешу с выводами. Но он скоро объявится.
Но я знаю Эрола. Он беспомощен. Если никто не держит его за ручку. У меня выпадают волосы. Иногда я повторяю то, что только что сказал. Просто чтобы посмотреть еще раз услышать. Генри прав. Я превращаюсь в отца. Восьмая запись. Альберты, думаю, никто за нами не придет. Эрол, похоже, пропал с концами. Генри говорит, я должен сделать выбор. Остальные сами тут не выживут. Жестоко было бы бросать их сейчас, когда Бобби совершенно бесполезен. Они не знают этого места. Они просто тут родились. Я отправлюсь в путь, когда никто из них не останется. Генри повторяет, что я поступаю правильно, но вода поднимается. Генератор на последнем издыхании. А мне, наверное, звонит отец. А, мне недавно звонил отец. Спрашивал, когда я вернусь домой. Но он пропал много лет назад. Так что, возможно, я схожу с ума от отчаяния. Девятая запись. Мы с Генри взяли запасную лодку. Прости, Альберты. Я здесь совсем один. Бруно. Стоп. По-моему, это уже было где-то. Ладно. Вот именно конкретно это было похоже. Говорю, мы закончили. Б. У отца новый любимчик. Мы не можем этого допустить. НДЛ. Отец должен принять решение. Я знаю, что это буду не я. С меня уже хватит. Б. Болдоа. Болдоа. Так. Ага. Это что? Это, наверное, медведь, да? Гризли который. Лодка слишком мала для всех. Прости. Х. Виновным не дает спать совсем. Совесть. Виновным не дает спать совесть. Нас нужно наказать, если мы решили сейчас отдыхать. Это вообще больше похоже на статус в каком-то ВКонтакте. Как раньше писали малолетки. Все, что ли? И а что ты не переключаешься? А, вот это вот мне новые координаты дали, и без этих координатов у меня еще нет записей. Так, а вот эти вот есть. Здесь не хватает куска. Хорошо. В общем-то и все, да? О, дерево выросло. Так. Так. Что у меня здесь происходит дома? Сделал дверь здесь. Повесил гирлянды по приколу. Ну, это выглядит очень красиво, но освещения от них мало. Кстати, вот когда огородился, птицы вроде не прилетали. Ну, то есть я не замечал такого, что кто-то ворует мои эти. А что, дрова закончились? Ах ты, блин. Не замечал того, что здесь тусуются птицы. Что еще? Так, что у меня есть? Ага, слитки. Закончились слитки. Я нафармил немножко слитков. Знаете. Так, переставил фонари, как ты мог заметить. Смотри. Полностью заряжен. Этот... О, кстати. Поднять биотопливо. Хорош. Зарядил. Так, требуется мед, требуется... Ну, залито полностью. То есть... Ты вот сюда, в этот бак, скидываешь весь шлак. Очень эффективно закидывают сюда арбузы. То есть, одна единица арбуза закидывается сюда два раза. Так же, когда он и ест два раза. Типа х-х. Так же сюда два раза закидывает. Очень эффективно, бочка заполняется быстро. То есть, ты закидываешь овощи или фрукты сюда. Добавляешь немного мед. Это все перерабатывается. Переработанное ты закидываешь сюда. Строишь провода, трубки, и он поступает сразу же сюда. Видишь, у меня же зашкаливает, стрелка трясется. Так, вперед. Так, хочу сделать себе мыс. Сука, ты воскресла, я же тебя только что убил. Ладно. Хочу сделать мыс, и вот это все перенести сюда. Ну так, просто по приколу. Лестницу перенес сюда. То есть я буду... Смотри, как я буду делать.
Включаю и наверх забегаю. Так, вот здесь надо будет, наверное, построить полустену, чтобы я не вывалился случайно. И так как это будет все стоять спереди, вот здесь я захожу и вот сюда буду заходить. Оп, все, рулить. Вот она, красота. Вот это та самая хрень, куда нам надо было приплыть. 1990. Видишь, 155 метров. 1990. Странно, у меня так... Блин, батарея-то долго держится. Я ее не пользую. Она у меня долго держится. Так, ага. Возьмем дров немножко. Потому что я хочу это тут пожарить. Так, ну давай подождем, пока она поджарится. Потом я закину ей новый кусок и отправимся спать. Даже сейчас попью немножко, чтобы вообще ничего, чтобы не пересохло у меня там ничего. Так, что у меня здесь? Угу, мед. Вот эти я начал выращивать, потому что я планирую варить овощные супы. О, ножка с джемом. Помнишь, я тебе показывал ножку с джемом? Так, где? Ножка, джем. Их нужно два того, смотри. Опа-па. Два этого и ягод. То есть у меня хватит на 3 блюда. Готовься. Доски тебе. Это мы все забираем. Это пожарим. Отлично, отправляемся спать. Ну, чтобы днем туда приплыть, а не ночью. Не продумано, да? То есть, вот если плавильня плавит, то она, по-моему, за ночь все это готовит. Ладно, тогда нам это не интересно. Хотя, ладно, пусть будет. Снимаемся с якоря. Ага. Вот видишь, уже промахнулся. Это надо как-то будет починить, чтобы я не падал. Так, ага, 145. Выруливаем вон туда. И парус надо как-то будет поменять, чтобы руль стоял спереди, а парус где-нибудь сзади. Потому что я буду ехать и ничего не увижу. Так, можно это убрать как-то? А вот этим я буду рулить как-то. Так. Хочу избежать прошлую ошибку. И проехать вон туда. Внутрь прям заехать. Так, ты будешь ехать, нет? Ну, вроде едем. Не уверена, но едем. Хорошо. Это очередная база какая-то. Прям классная база. Хорошо. Так. Как бы мне это вырулить? Вот так, да? Сейчас заеду как автобус. Они же специально выворачивают чуть-чуть больше, чтобы потом задница поместилась. Блин, меня сносит. Плохо. Очень плохо. Да ладно тебе. Не понял. Да, я переключаю иногда. Поехали. Сейчас на движках и зарулим. Так. Тогда парус мне уже не нужен. Мне будет только мешать. Вот так вот резко заворачиваем. Лестницы какие-то. Ну-ка, втиснусь как-нибудь, нет? Хочу втиснуться, просто хочу втиснуться и все. Пустите. Ай-яй-яй. Все, мы встали. Встали ведь? Да, мы застряли. Хорошо, вот так остановись. Эх, надо вырубить. Трррр. Все. Приехали. Опускаем. Да ладно, у тебя доски закончились, что ли? У меня тоже закончились. Как же долго варится этот супец?
Надо бы поесть всего. Пить до талого. Так, еще пью, набираю, перерабатываю. Тринк. Вот видишь, под всегда, как я заметил, под самый конец, вот когда это перед приготовлением вот этого и вот этого заканчиваются доски. Ты кладешь одну доску, и знаешь что? Ты кладешь одну доску, и он такой, оп, через секунду уже готов. О, две, нифига себе. Сука. Мачете очень эффективный против акул. То есть копьем ты его тыкаешь два раза, а мачете одним, один раз тыкаешь. Это очень хорошо и очень эффективно. Тринк, вот так. Хорошо. Убираем все на место. Ага, акула есть. Что там я еще хотел? Курицу, да? Все, варись, готовься. А мы тогда пойдем дальше. Смотреть сюжет и все всякое такое. Ага. А, мы же не подождали, пока у нас не... вода. А вода готова. Все отлично. Так. Крюк есть запасной, топор есть. Мачете есть, все у нас есть. Поехали. Ух, что же здесь будет? Ну, уже какие-то контейнеры непонятные. Где что? Вот где надо было заходить. Уже записку сходу вижу. Сука. Так, что это за устройство? Под воду мне лезть надо будет. Чисто по приколу смотрим. Но я так понимаю, эта хрень качает воздух. Этот воздух куда-то поступает дальше. Ого, как глубоко. Рыба! Вот эту рыбу надо мне убить с лука. А, у меня лук закончился. У меня в рецепте есть такие две рыбы. Капец, это уходит все глубже и глубже. Надеюсь, мне дадут какой-нибудь костюм. Так, пока рыба уплыла, я хочу посмотреть, что в этой капсуле. Мне больше ничего не нужно, кроме как эта капсула. Так, рыба меня не палит? Нет, не палит, хорошо. Я понял. Сейчас отдышимся, дальше поплывем. Есть там такая же фигня? Потому что если нет, то я просто не всплыву потом. Очень глубоко. Не-не-не-не-не-не-не. Хотя, возможно, есть какая-то штука. Там бочка, например. Или контейнер вакуумный. Вот такой же. Но не суть. Мы к этому еще придем попозже. Опа, сундук вижу сходу. Значит, мы его сейчас в первую очередь и заберем. Не, ну вот тут понастроили, блин, знатно. То есть у них здесь был какой-то городок. Эй, а где вход? Так, вход вроде есть какой-то. Хорош. Опачки. А дальше как? Ай, выпал. Подожди, подожди. А, по прямой просто полезем и все. Отлично. Ну-ка, что в сундуке? О, еда. Хорош. Смотри, мы так мало пробегали, а у меня уже вода заканчивается. Шкафчики. Да ладно. Серьезно. Вот это уже мне не нравится. Вот это уже реально тупо. Это что такое? Топливо? О, биотопливо. Хорош. Медь. Камень нафиг не упал. То есть смотри, что мне сейчас не понравилось. То, что появились шкафчики, которые работают. И самое интересное, что не все ящики работают. Только те, которые чуть-чуть приоткрыты, те можно открыть.
А те, которые полностью закрыты, те нельзя трогать. Блин. Это не круто. Зачем вы так делаете? Подожди, оп. Хорош, вот смотри, а? И то есть мне сейчас придет... Я так понимаю, мне придется это все лазить, ковырять, искать? Ну серьезно, мне придется сейчас бегать по всему острову, что-то искать. Хорошо, что там нет пока что ничего сюжетного. Да? А просто металлолом. О, хлам, хлам. Ну, всякие доски, медь, топливо. А если будет что-то сюжетное, то я ж хрен найду. Ну и что это я все залутал, маленький остров? Ой, ой, ой. А толку мало. Это уже нехорошо. Я пока не очень сильно доволен этому. А еще эта птица, вечно летающая надо мной. Так, а я поставил на ручник, да? Свой корабль. А то мало ли убежит куда. Использовала что-то. Угу. Нет, это уже не нравится мне это дело. Я даже не понимаю, надо мне эти здания, не надо. Ну то есть, надо ли их сейчас лутать или нет? Если не надо, тогда я пойду дальше. Я потом вернусь сюда, как я сделал с прошлым островом. Когда надо будет, тогда я полутаю. А сейчас-то мне это не надо. Что делать надо? Вот что, скажите мне. Ну зацепись ты, сука, застрял вообще. Блин, это сложно тут лазить приходится. Ладно, мы справимся. Если это сделано, значит мы сможем пролезть. Ладно, тогда давай просто пойдем по прямой, как пошли. По пути будем что-то открывать, что-то не открывать. Даже можно ящик не открывать. Да как? Как он меня сквозь крышу меня ударил? Что это? Ага, готовая еда. Хорошо. Лезем выше. Смотрим дальше. Лезем выше, смотрим дальше. Ай, нафиг, я просто пойду. Угу. Нет, если будет ящик, то я его, конечно, возьму. О, вот и ящик. Прикинь. Оп. Серьезно, я пока не... Онион, рис. Серьезно, пока не понимаю, что я здесь делаю. Записок нет. Никого нет. Дома кто есть? Свечи. Вот когда такой дом... Немножко стрёмно было сейчас. То есть... снаружи мешки. Да идите нахер, как ты попадаешь? Сюда заходишь свечи, начинаешь лутать эти ящики. И ты думаешь, сейчас развернешься, а тут человек тебе сидит, ждет. Такой смотрит просто на тебя, такой. Угу. И что мы тут делаем? Блин. Ладно, да залезь ты. Сука. Ну как-нибудь. Что происходит, блин, с этим миром? Я все уже не могу. Да, блин, я... Как ты лазишь по лестнице кверх ногами? То есть по внутренней стороне лазил. Блин. Вот так-то. Мне нужна вон та крыша. Да отвали ты, гребаная птица. А, это даже не ящик. Что? Мне показалось, что кнопка была написана «Использовать». Это даже не ящик. Ё-моё. Я-то думал, это ящик. Стремился к нему так сильно. То есть у вас вся локация построена на том, чтобы я прыгал, бегал и лазил. Так? Допустим. Ну, полезли выше. Не знаю, отсюда я пришел или не отсюда. Да, вроде отсюда я и начал.
Просто увидел ящик и поперся туда. О, флаг. Скотина ты неадекватная. Ну конечно, как. Что так сразу ночь наступила, ага. Блин, не видно уже ничего. Аптека? Ой, чуть по тросу не пошел. Какая-то птица новая. Белая. До этого были какие-то рыжие. Коричневые. Эть, никого нет. Тихо. Вот сейчас бы главное не упасть еще. Эй, я провалился по текстуре. Чуть-чуть. Ну и кто в этом доме живет? Никто, да? Да и, блин. Кто создал этих птиц вообще тупорылых? Они реально мешают жить. Что? Джуни? Кто? Эрил? Аля? Вау, купол. Кто-то что-то мастерил. Три детали для зиплайна? Хераськи. Вот это хорошо. Только зачем он мне нужен в море? Ха. Ага. Зачем мне нужен зиплайн в море? Майор? Вот это я сейчас не понимаю. Ай. Возможно, зиплайн нужен не в море, а именно на этой локации. Потому что вот сейчас, где мы видели надпись «Майор», там не было никаких к нему путей. То есть, я к нему не смогу обычным путем попасть. Остается только зиплайн. Стой, а где моя лодка? Где моя лодка? Блин, лодку потерял. Ладно, поехали в этот домик. То есть, мне сейчас надо бегать по всей локации, искать детали, чтобы собрать себе зиплайн. Как и когда я соберу зиплайн, я смогу перемещаться с маленьких островов. Ну, то есть, с острова на остров. Вот так, что ли? Или по этой веревке я буду перемещаться? Да, по ней я буду перемещаться. Зиплайн. Это не аэроплан. А зиплайн. Заряд... Так, поднять. Деталь для зарядного устройства. То есть у меня еще будет какое-то зарядное устройство. Это никак не связано с зиплайном. Даже на крепление не похоже. Заперто. Не, вот начинается, а? Это тупо сейчас начинается ходилка-бродилка. Ты реально будешь ходить и искать детали. А так как остров охеренно большой... Ух ты, объедки. Это блюдо не очень удалось. Я, конечно, не подстрекатель. Но я думаю, что мне с него будет не очень хорошо. Так, если блюдо не удалось, то лучше его, может, и не стоит есть. Хотя, нас это пока никак не останавливало. А могут ли быть эти детали, всякие детали, вот в этих вот корабульках? Потому что в этих деталях мне кроме хлама ничего не падает. Ну, я имею в виду еда, всякие камни, дерево, ничего полезного там и не было. Ну вот, два камня, зачем мне это? Блин, давай схаваем, посмотрим, что будет. Не каждый день такое находишь. Там даже вон череп. Ай, пофиг. Да ладно. И это что-то еще добавляет тебе? То есть немножко сытости прибавило. Не минус дало, а прибавило. Отлично. Это какой-то странный остров. Тут много всех этих... Опа.
Что это? Объедки. Ну, хавай их сразу. Вот это какой-то колодец странный. Стоп. Там что-то на дне лежит. То есть, мне надо будет с помощью этой трубы еще наполнить колодец. Ты угораешь, что ли? Уже как минимум 3 миссии. Ну, не знаю, может, херня для аккумулятора как раз-таки связана. Как раз-таки связана с этой трубкой. Да не пад... Что ты начинаешь? Куда шла эта труба? Блин, труба где? А, вот, она все выше и выше идет. Хорошо. Мне надо идти за ней. Пойду за ней и узнаю, в чем дело. Где? Чё-то непонятно. Какой-то детали не хватает, да, уже? Ага, вот здесь вот прервалось все. Блин. Что вы камнями кладете эти камни? Да почему здесь так все криво? Так, подожди. Это надо... Да, блин. Можно было сделать нормальные переходы. Что начинается? Какие-то прыжки, повороты. Ну-ка. Да блин! Куда? Как низко я упал? А, никак. Так, удержать для плавного вращения. Ага, допустим. А это как? Эть. Вот как-то так. Ладно, это мы потом отрегулируем, когда уже будем работать с этим объектом. Сейчас мы просто смотрим, пытаемся узнать, что находится сверху. Вдруг там надо призвать дождь. Да открой ты, возьми. О, фруктовая сорти. Ну-ка, как ты выглядишь? Ананасы, какие-то сливы и арбуз. Кстати, у меня есть такое блюдо. Да. О! Стрела одна есть, охеревшая. Железная. 3 топлива. О! Я могу целых пару дней не создавать себе топливо. Так, использовать. Ага. И что? Вот так? Подожди, подожди. Ай. Там что? Попадает или не попадает? Так, ты не вращаешься, да? Ладно, я пока не буду прыгать в самый низ. Скотина. Говорю, не хочу самый вниз прыгать, все равно прыгаю. Ну давай много этих штук накачаем. Жух, жух, жух. Там-то вот попадает или не попадает, я не понимаю. Вон где протечка. Так, давай возьмем документики, записывалочки. Смотрим здесь что. Но это, по-моему, не очень прикольно вы сделали. Ох ты, ё, ножка с джемом. А почему твоя ножка с джемом отличается от моей ножки с джемом? Нихера себе, смотри, сколько там привалило. Прикольно. Может, я что-то делаю неправильно? У меня получается, по-моему, не так красиво и не так вкусно. Здесь я был, да? Судя по открытым ящикам. Что здесь у вас? Ой, тут как все развернуто. И ничего нет, гады. Могли бы положить чего-нибудь. Кактусы можно взять? Нет? Ну и ладно. Так, сундуков нет, сундуков нет. Даже вид... Каменная стрела. О, прикольно. Каменная. А, каменная...
Блин, у меня уже нет места. Камень нахер. Каменная стрела, нужна ли она мне? Фиг с ней, пусть будет. Так, это надо сразу хавать. Ой, даже видишь, уже больше зеленый не прибавляет ничего. То есть, есть определенная шкала сытости, да? Это вот стандартная шкала. А вот все, что идет плюсом, это уже какие-то бонусы. И если ты на эти бонусы хочешь потратиться, то у тебя не получится. Так, как-то вот так, да? Чтобы она буль-буль-буль. Буль-буль-буль. Пробуем, тестируем. Блин. Есть адекватный вход сюда? Есть? Вроде есть. Только я его не использую. Ой, а тут как? Неважно. Пойдем тыкать кнопки. Смотрим, смотрим. Ого, далеко как пуляет. Тогда вот так в максимум, максимально опускаем. Ай, там же тупик. Я прусь на него. Ну залезь ты, пожалуйста, залезь. Какие-то трубы дурные. Допустим, а что мне этот колодец даст? Блин, я так забегаю наперед, мне не терпится узнать, что дает мне этот колодец. О! Попадает? Вряд ли попадает, надо чуть повыше. Совсем на миллиметр. Да блин. Попадает он или не попадает? Я не понимаю. А, да, попадает. Хорош. Я просто думал, что не попадает. А он попадает. Хоп. Тогда, ладно, оставайся вот на этом уровне, на самом низком. То есть это несложно. Просто надо понаблюдать за падением воды из трубы в трубу. Все. Сука, летит. Летит. Да как ты мне сквозь крышу-то попадаешь, скотина? Вот это меня раздражает уже очень сильно. Давай, ты резче качайся. Опа. И что здесь? Какой-то детский... Деталь для зиплайна. Еман. Это все ради одной детали для зиплайна? Деталь для зиплайна. Деталь для зарядного устройства. Угу. Чё-то не очень круто. Ну смотри, две детали в этом районе. То есть пристань и где-то здесь была еще одна деталь. Стоит ли мне искать эту деталь дальше и на этой пристани? Или где-то в этом районе? Я вот не знаю. Стоит она того или не стоит? Но здесь все закрыто, просто в фургончике. Значит, не стоит. Ну, значит, мы сейчас закончим. Я буду бродить, ходить, искать. Если буду что-то интересное встречать, то буду показывать, конечно. А так, тут будут просто адовые прыжки. Меня будут бомбить с этих прыжков. Нет, мне больше будут бомбить от этих птиц. Тупорылых. Так самое интересное, что тут не одна птица, а две. И они на пару работают, закидывают меня. Да блин, почему все какое кривое? Что там? А, труба. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем пока.